Находимся в монастыре великомученика Мины в Александрийской пустыне. Таким образом показывают, что церковь, она как бы вырастает на библейском основании. И Альфа и Омега Христос. This monastery and the cathedral started in 1959. Here Abu Mina inside the circle of sun. The sun is decorated from the ferro, but the Coptic people is the children of the ferro. Украшен, соответственно, солнцем, в соответствии с... And also written in the Bible, you are the light of the world. И, соответственно, в Библии еще говорится о солнечном свете много, как сказать, что Иисус Христос – единородный свет. And the cross, and the cross. Давай, по-другому. Мы 6 сыновей. Да. Нет, раньше. Как раньше? Чем Господь избрал? Нет, я думала, чем построен этот монастырь. Нет. Проходим, проходим. Что, апостол избрал? Проходим, нет.